Я Сидоров Александр Александрович, 38-го года рождения. Во время войны жили мы у дедушки в деревне Пепелово Оленинского района. Вот. И до сих пор помню случаи, которых не забуду никогда. Значит, был случай, когда после боя немцы зашли в дом и улеглись спать. Но я плакал, и один схватил винтовку, хотел меня застрелить. А второй поднял ствол. До сих пор стоит этот дом. Вот, и есть метка, куда попала пуля. Я остался, вот же и мать меня потом взяла, и под сенями деревенскими, сенями там меня успокоила.